Всем привет, я Инга, рад, что ты заглянул на мой канал. Сделал ноготочки. Оцениваем издалека, как вам? Вблизи лучше их не смотреть. Кринж, трэш и ужас. Так неаккуратно, господи, я старалась. Так, сегодня ладно. Подчивать нас будет фар. Чек. Даже роллы с паром. Роллы в ассортименте называется. Название не знаю больше. Дальше. Салат изумрудный, салат грибная полянка. Что есть, что непонятно. Наверное, вот это изумрудный, а вот это, наверное, грибная полянка. И тут очень много грецкого ореха. Я такие салаты не пробовала. Сейчас оценим. Продегустрирую. Заметила. И окорочок куриный. И картофель, Аннушка. Будем есть Аннушку. Приятного. Также кофе латте с малиной. И сок апельсиновый, конечно же, J7. Такой сок вкусный очень. Дела у меня почти хорошо. Даже очень. Что очень радует. Забыла вилку. Эх, ладно, я не пойду. Так, микрофон. Надеюсь, я его вставила. Тут грибы, сыр, яйца вижу. Ананас. Неудобно есть, мы сегодня с маминой помощью пирсинг переодели. Хотела другой, который я покупала, еще один специально, чтобы вот в такой период его носить, он маленький оказался. А тот, который стоял, он просто банан, знаете, такой формы. Типа, у меня прокол тогда кривой будет. Знаете, заживет и будет такая, типа, ну такая, изогнутая немножечко. А я хочу прямой, чтобы взял лабрет засунул легко, взял там круглую, потом сережку засунул. Ну вот этому струном, конечно, немножечко ставили, потому что дырка уже неровная. И он цепляет там немного уздечка. Хотя уздечка у меня и так там рваная. Я его лет 14-15. Проколола вот этот смайл. Раза три проколола и все. Все вот эти. Три раза он рвался. И все. Сделал себе операцию по надрезанию уздечки. Или какую там уздечку подрезает. В металлоидии. Ну вот какую-то. Которая оборвалась. Реально вкусно. Пробуем. Тут этот чернослив, бля, хамуха. Я ненавижу чернослив. Ладно, попробуем, может будет вкусно. Ну ладно, ничего, вот я чувствую чернослив, блин. И что-то еще, трава какая-то. Или это огурец? Ну как бы вкусно, но не... Вот этот привкус, потом чернослива. Закусим. Кстати, можете меня поздравить. Просто балдёж.
Я наконец-то купила то, что я так долго хотела. Спираль. Господи. Вот такая вот хрень. Вот так она выглядит. Она маленькая тоже. Шарик открутился. Я его сняла пока сейчас быстренько. Главное не забыть, не потерять потом. И вот поэтому сейчас мукбанги немножечко еще реже будут, чем были до апреля, до середины апреля, а потом постараюсь даже больше их снимать. Вот. Ну вы что, не теряйте меня. Все нормально. Просто эта хрень очень дорогая. Капец просто. Картошка, Аннушка. Тут у нас соус чесночный. Не хочу телефон пока брать в данную секунду. Значит, был вопрос. Какой вопрос? А нахрена, короче, я спрашиваю про пирсинг, если мне нравится. Вот так мне нравится, а кому-то может не нравится. Естественно, мне интересно, какие люди смотрят меня. Кому нравится, кому не нравится. Кому-то может не нравится именно этот пирсинг. И все остальное. Типа, хочу, спрашиваю. Мне наоборот нравится, когда человек говорит свое мнение, что нравится ему или не нравится. Тем более, когда спрашивают. Но некоторые люди не умеют говорить свое фи, типа, что не нравится ему. Они тебе 1000 раз напишут. Фу, некрасиво. Фу, стой, фу, сними. Фу, сними. Но этот прикол даже не тебе сделали, чел. Отвали. Ну, я не к этому челу, я вообще к людям. К другим каким-то, которые ко мне лезут. Не ко мне. Неважно. Курица. Так в жизни не работает. Ты кому-то сказал, приказал сделать, как ты хочешь. Кто-то типа должен сделать. Так не бывает, так не работает. Но если и бывает, то мне жаль таких людей. Не ведитесь на провокации и все остальное. Ну, типа, очевидные вещи, конечно, я говорю. Но бывают редкие случаи, когда кто-то реально делает так. Не стала я шкурку есть. Что, знаете, завтра пойду к психиатру пообщаться, понять, помогает ли мне препарат, что-то отменить, что-то добавить может, или поменять. Просто я не до конца понимаю, мне помогает или нет.
Как будто иногда да, как будто иногда бываешь опять просто пустота, и ты вообще ничего не чувствуешь. Как овощ. Которое прошло почти месяц, там пару дней не хватает. Так, еще Евгения Чехова. Привет тебе огром. Инга, в больнице, когда лежишь, панички нет? У меня панички вообще вот начались год назад, в феврале, из-за коронавируса. Вот. Как раз вот эта боязнь смерти, типа там, если кто-то болеет, все умирают. Но мне становилось легче, когда приезжала за месяц раз 4-5 скоро. Я так ем. Я, кстати, есть уже начала поувереннее. Солью. Потом у меня вот паничка была за год раз, может два, еще плюс. И вот сейчас, месяц назад, в центре месяца у меня было тревожное состояние. И вот в феврале прям одна за другой паничка была. Скорая приезжала. И в больнице у меня никогда их не было, потому что в больнице я чувствую себя безопасно. Я так понимаю, это с беконом. Видно. Поэтому так. Типа, если что-то случится, больницы тебе помогут, откачают, скажем так. Сегодня кто-то не уснет. Второй кофе. У меня сегодня... Я взяла в разрочку вазон плащ. Я с детства не стирала о кожаном плаще. Брала вслепую. Потому что его, типа, он как новинка появился. Был только один отзыв. С неподробным комментарием без фоточек. Ну, еще в основном там все стрёмные плащи. Вот такие бабушкины. Одну руку, конечно, неудобно. Не хочу вторую пачкать руку, чтобы ничего не ляпать. Представляете? У меня вот этот свет, я не знаю, видно, нет? Просто у меня там эта штучка одна, которая закрывается, я не понимаю, видно ее нет. Я не знаю, как давно у меня эта лампа. Я только вчера, блин, смогла ее поднять. Я тупая, господи. Я миллион раз пробовала. И такая вчера, ну, попробую. Такая... Так просто. Господи, какая я тупая.
Сейчас все под ногтями будет, обожаю. Сюда бы виноградик или яблочко, мне кажется, вообще груша, а не чернослив. Хотя яблоко, оно чернеет быстро, может, поэтому не делают. Это крабовая палка, я прям вижу, да? Крабовая палочка. Знаем ее из тысяч. Кстати, очень вкусные роллы, нормальные. Роллы я, кстати, наверное, пробовала из магазина один раз. Это, возможно, было в Метро лет 14 назад. Ну да, наверное. Ой. Промазала. Хотя вонюхи.